Не, ну да, важно людям пожелать всего самого хорошего. Жизнь, конечно, не сахар. Ну, как-нибудь мы проживем, прорвемся, и все будет у нас, наверное, неплохо. Главное – оставаться людьми даже в самое неподходящее время для этого время. Да, песня, которую мы сейчас исполним, песня в стиле тюремной песни написана, называется «Многоходовочка». Кстати говоря, все эти песни есть в iTunes и везде, и даже бесплатно где-то болтаются в сети. Так что, если надо, найдете. Если надо, да. У папа была бэха семерочка, у соседа с пробегом шестерочка, институтская куплена корочка, это многоходовочка, боковая верхняя полочка, на груди ей с вождями наколочка, был Димон, а теперь снова Вовочка, это многоходовочка, а в метро на путях лежит проволочка, нестабильная здесь обстановочка, на Лубяночке пишет конторочка, это многоходовочка, это многоходовочка, переполнена снова парковочка, цены ломит даже пятерочка, не ликвидочка, изобрещеночка, это многоходовочка, в оружии проиграна гоночка, вместо книжечки в руки винтовочка, на безымянных могилках иконочка, это многоходовочка, под кремлевской стеной растет елочка, бесконечная веся веревочка, и счастливой не будет концовочка, это многоходовочка, это многоходовочка. Давай, Вася. Это многоходовочка, Вася Обломов в прямом эфире «Серебряного дождя». Класс. Да, друзья, большое всем спасибо за внимание. Мы вас всех очень сильно любим, слушаем. Слушаем. Спасибо, что пригласили перед Новым годом нас заполнить эту душевную пустоту в эфире. И да, мы хотим вам всем пожелать душевной чистоты и добра. Да. Читайте нас, смотрите и подтанцовывайте, Василий, вместе с нами. Да, обязательно. Как-нибудь... переживем. Спасибо за это приходите. А, Люся из Тулы, спасибо, Василий. Песни трогательные до слез у меня буквально наворачиваются на глазах. С нами были Ася Сторшнева на скрипке, Дима Карев на аккордеоне. Наши аплодисменты. Да. Все будет хорошо.